Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 147 на странице 148, на странице 65, рабочей тетради по русскому языку для третьего класса автора Канакиной. Прочитайте, ставьте предложения, пропущенные глаголы. Докажите, что вы правильно выполнили задание. Слова для справок: решить, решать, разгадывать, разгадать. Саша любит решать. Математические задачи и разгадывать. Кроссворды. Эту задачу я хочу решить быстро, чтобы потом разгадать. Интересный кроссворд. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.